Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Права пацієнта, як лікуватися безкоштовно і як отримати компенсацію за помилку медиків. Сьогодні будемо розбиратися разом з відомою адвокатесою, журналісткою, керівницею Дніпропетровського об'єднання «Адвокат», авторкою та ведучою популярної телепрограми «Під захистом» Світланою Трепчиною-Галаковою. Я вас рада вітати у нас у студії. Розкажіть же нам, чи є право у людини на медичну інформацію щодо свого діагнозу? Есть такое право, и могу даже сказать, что есть такое решение Европейского суда, которое вот в данном случае характеризует наши права об информации, на информацию пациента о своем заболевании, о диагнозе, потому что ну, мало кто знает, что можно взять у доктора, взять карточку из рук и перенести, и взять себе, взять ее сфотографировать. Или доктор получил какие-то анализы, человек может подойти и тоже это сфотографировать, попросить ксерокопию себе. То есть люди еще по-прежнему пользуются вот теми стандартами, которые когда-то были в медицине, когда карточку не разрешалось перенести там, из регистратуры, с тобой шел доктор и переносил эту карточку или с тобой, или без тебя, руки в руки другому врачу, чтобы ты, не дай бог, не посмотрел эту карточку. Сейчас, и тогда было такое право, но оно не было четко так выписано, как бы. Вот, и не было такого решения Европейского суда. Вот, например, прямо в законе не написано, что вы имеете право взять, отксерокопировать все материалы, истории болезни, все свои карточки, все свои анализы, посмотреть диагноз. Вот. А вот есть такое решение Европейского суда, которая говорит о том, что в 2017 году КХ, они были скрыты заявители о том, что несколько женщин ромской национальности обратились в Европейский суд о том, что у них скрыли диагноз. И им не разрешили с оригинала взять копии своих медицинских документов. Эти женщины выиграли процесс, и в данной ситуации, как мы можем пользоваться этим делом? Если вдруг какая-то информация нам нужна в отношении нашей болезни, нашего диагноза, можно смело ссылаться на это решение и говорить о том, что я имею право ксерокопировать и не бояться, что это как-то смутит врача или работников медицинского учреждения, поликлиники. Тобто робити копии для себя пациент має право? Не только ознакомиться, да, мы и тоже, не только ознакомиться с информацией о своей болезни, о своем диагнозе, а еще получить копии. А чи є право знати, що написано в своїх медичних документах? Ми розуміємо, що лікар говорить якусь інформацію, але от... Имеет право, конечно, и обязан врач рассказать информацию, что он видит, но это очень тонкий момент, потому что иногда это может причинить вред пациенту, знание информации, например, об онкозаболевании. Поэтому врачи каждый раз, может быть, комиссию собрать, может быть, еще как-то посоветоваться, делать это или не делать, говорить всю правду или нет. Вот у меня недавно умер хороший друг, и его жена, и родственники очень страдали от того, что врачи полностью говорили информацию о том, что у него каждый раз приходят анализы, там, перед операцией или еще что-то, какие они получают, куда-то они поехали в какой-то город, куда-то обратились, и везде вся информация шла прямо пациенту. Они не стеснялись говорить, что у него онкозаболевание, четвертая стадия. И поэтому потом уже жена сама попросила, дала другую почту, и на эту почту приходила информация, и тогда она сама уже дозировала, что давать мужу. Вот это неправильно, то есть они не посоветовались с семьей и напрямую говорили такие очень жесткие вещи. Не каждый человек может выдержать, что у тебя четвертая стадия, ну, в общем, неизвестно, сколько, вот ты завтра умрешь. Вот тут надо, конечно, тонко. И если есть родственники, если есть члены семьи, с ними советоваться. А чи є право у пацієнта змінити лікаря, якщо він не подобається, якщо щось не влаштовує? А ви як думаєте? Є таке право? Ну, звісно, є. Є, да? Ну, тому що ви спілкувалися зі мною, і ви знаєте. Так, дійсно, є таке право, і людина має право змінити лікаря, хоча так можна так, ну, як-то так неловко, ну, як-то так незручно, тому що, ну, лікар таки, ну, гарна людина, але щось він, ну, він не справляється. І от в такій ситуації чоловік стесняється, але він має право поміняти врача. Він може обратитися до руководства в коректній формі, не обидів врача, сказати, ви знаєте,
знаете, вот, ну, у меня врач немножко не справляется. Мое такое мнение. Я посоветовалась там с родственниками. Я попрошу вас заменить врача. Я вот знаю, что у вас там может быть более опытный, может быть, в этой сфере более опытный. Пожалуйста, поменяйте врача. И человек имеет на это право абсолютно. Тобто це напряму звертатися до кого? От якщо я до руководства лечебного учреждения. До директорів, до головних лікарів. Так, ну зараз це може генеральний директор лікарні, може так називатися, але ну зрозуміло, що це хтось головний в цьому в цій лікарні. Це на військовому має бути письмова заява, тобто це може бути просто як звернення усне. От письмово це дуже добре, але в даному випадку не дуже добре. Чому? Тому що ну, це коректне питання і воно таке ну, має бути добрим зверненням, щоб не образити лікаря. Коректно. А якщо це письмове звернення, то це дуже вже якась коса на камінь, і ви вимагаєте. Якщо є коса на камінь, і ви вимагаєте, ви розумієте, що лікар нічого не робить, його взагалі немає на роботі, він взагалі вам не цікавиться, і ваш діагноз, що там він поставив, який не дуже вірний на ваш погляд, і на погляд, може, можливо, інших лікарів, з якими ви спілкуєтесь, то тоді це письмово. А якщо керівництво відмовляється змінити лікаря, бувають такі випадки? Я вважаю, я не знаю, бувають чи ні, взагалі все буває в світі, але якщо керівництво відмовляє, воно якось повинно відмовити мотивовано з аргументами, що у нас немає кращого, ви помиляєтесь, це кращий фахівець. В мене була судова справа, коли, як кажуть на сленгі, на бакапорів професор. Велика величина, але він був неправий і із-за цього розвинулося таке хронічне захворювання, відповідно до якого людина захворіла, а могла не захворіти, тому що не був поставлений правильний діагноз. Тому немає жодних перепон для того, щоб звернутися до керівництва. Якщо керівництво відмовляє обґрунтовано, то в даному випадку є ще інше. Право пацієнта, право змінити заклад. Право, ще одне право пацієнта, про яке не дуже хто знає добре, доповнити лікаря. Попросити, якщо є лікування в цій лікарні, і лікує один такий лікар, який призначений. Попросити ще одного лікаря допустити, і медичний заклад повинен допустити цього лікаря до вас. Це може бути один, другий лікар, третій. Немає. В законодавстві немає цифри, на які людина повинна обмежитись. От людина може мати 5 адвокатів, все, не більше. Шостого немає. А щодо лікарів, в законодавстві немає обмежень. А чи може людина обирати методи лікування? Тобто лікар пропонує методи, обирати серед цих методів той, який пацієнт вважає найбільш вдалим або найбільш необхідним для нього саме? Отличний вопрос. Я вважаю, що врач, класний врач, от для мене, я теж ж пацієнт буваю, ну, рідко, але буває таке. І от для мене класний врач – це той, який розказує пацієнту, що з ним відбувається, і дає йому право вибору. Ми можемо зробити так, ми можемо зробити так. Вот. І він може порекомендувати, звісно, має вибирати пацієнт. Тому право вибору завжди є у пацієнта. І пацієнт говорить, я не хочу операцію. Давайте попробуємо, мені медикаментозно. Або давайте попробуємо травками, давайте ще як-то попробуємо. А врач скаже, ні, тільки операція. Тому пацієнт вирішує, все-таки право вибору є у пацієнта. А що скажете щодо безоплатної медицини? Ми анонсували на початку про безкоштовну медицину. У нас така за законом є, як насправді це працює? Замечательний вопрос про безплатну медицину. И очень сложный, очень однозначно на него ответить сложно, потому что Конституцию никто не отменял, право на безоплатное лечение никто не отменял, однако мы с вами понимаем, в каких реалиях мы с вами живем, вот, и в данной ситуации легко запутаться. Если вы запутались, можно обратиться к юристу, разобраться. Если, например, предстоит просто поход в поликлинику, ну, каждый понимает, что, наверное, в поликлинике меня примут бесплатно, если это государственное коммунальное учреждение.
А если предстоит какая-то сложная операция или какая-то, ну, появилась как-то сложная, безотлагательная ситуация, когда нужно вмешаться в здоровье, и человеку достаточно дорого стоит, возможно, стоит все-таки покопаться в законодательстве, проконсультироваться у юриста и узнать, а подпадает ли эти действия врача под безоплатную помощь? Потому что есть программа, в ней перечень безоплатной правовой помощи, о котором никто не знает. Это во-первых. Во-вторых, никто не знает точно, является ли вот данной ситуацией вот этот перечень безоплатных медицинских услуг, медицинской помощи бесплатным. Поэтому для того, чтобы, например, какой-то вопрос выяснить, платно это или не платно, можно обратиться к руководству. Тоже сначала не письменно, корректно сказать. Вы знаете, очень дорого стоит ситуация с моим родственником или со мной. Скажите, пожалуйста, не является ли она безоплатной? Руководители знают, какая идет разнарядка на безоплатную помощь. Кроме того, есть государственная программа, а есть еще региональные программы, когда местные советы финансируют медицину дополнительно государственно. Поэтому разобраться здесь может только, ну, в общем-то, руководитель данной ситуации. Можно обратиться к юристу, который сделает запрос в данное медицинское учреждение официально. Можно обратиться к руководителю, в органы здравоохранения, район, города, области. Вот. И очень важно знать, что, например, безотлагательная стационарная помощь предоставляется всем детям, всем беременным, всем женщинам, всем людям, которые направлены от МСЭК. И могу сказать, что вот этот безоплатный перечень, он очень интересный, и, например, стоматологическая помощь, ну, к примеру, да, детям беременным, вы знаете, что она происходит? Полностью вся бесплатная. Вот. Вот об этом мало кто знает. То есть люди приходят, и они чувствуют, что они что-то должны заплатить, а на самом деле в этом перечне часть услуг, часть медицинской помощи оказывается бесплатно. Кроме того, утверждена программа, по которой бесплатно идут лекарства. Это тоже все государственные программы. Они есть в интернете, можно открыть и посмотреть. Ну вот надо, как говорят, заморочиться и постараться, если идет какой-то серьезный процесс лечения, то посмотреть, на что я имею право бесплатно, а все-таки за что придется платить. И хочу сказать, что закон четко говорит, и комментарии специалистов говорят о том, что никаких добровольных пожертвований в законе не написано, что это вот, ну, обязательное при лечении. Однако мы с вами понимаем, в какой ситуации сейчас находится медицина, особенно сейчас. Но я бы не говорила так четко, говорила, что, знаете, вот если вам говорят, заплатите в благотворительный фонд, не платите, граждане. Я бы сказала по-другому, потому что всегда нужно мудро поступать, с размышлением с каким-то. Вот смотрите, если у человека есть право на безоплатную правовую помощь, но есть деньги, возможность заплатить, ну, какую-то сумму, которая для него не страшная, не жизненно важная, то пусть он платит. Если вот в этот, может быть, этот фонд помощи, а если у человека нет возможности, например, бабушка привела внука, она воспитывает сама внука, и она и не знает про эти права, но я думаю, что тут вот у меня обращение к медикам и к самим нашим пациентам, к нам, ко всем, чтобы и медики не просили у такой бабушки, по людям видно, когда они бедствуют. И в данной ситуации медики часто, ну это же добровольно, бабушка сама заплатила, но вы не берите у нее деньги, потому что она сама воспитывает, и семья малообеспеченная или многодетная, не берите таких деньги. Часто медики так и поступают, но часто они говорят, так отнесите вон там, занесите в окошко, там с вас возьмут деньги. Вот стоит здесь все-таки относиться индивидуально и смотреть, кто может, кто не может, потому что часть услуг у нас просто оплачивается автоматом, на стол врачу, благотворительный фонд, в лучшем случае, с квитанцией. А вот данная ситуация надо все-таки определить. Можешь заплатить? Отдай медицине, пусть они работают, если ты можешь, и это для тебя не страшно. А у других, лучше я лучше бы заплатила за тех, кто не может заплатить. Вот я бы так сделала. Кто не может в этот фонд занести, даже если та помощь, которая мне кажется, она для меня бесплатная. Вот я бы так дифференцировала.
З приводу того щодо лікарських помилок медиків, як може пацієнт поскаржитися на лікаря, якщо його там образили або його неправильно обслужили, і куди звертатися з цією скаргою, де вимагати компенсацію за помилку медиків і так далі? Сложный вопрос тоже, что касается медицинских ошибок. Но начну с позитива. У нас есть решение суда в Украине, более того, это произошло в Днепропетровске тогда, когда врачи за медицинскую помощь получили решение суда первой инстанции 130 тысяч морального вреда. Потому что девочка, когда она была в роддоме, была заражена ВИЧ-инфекцией. Вот. И хватило цинизма у врачей направить делегацию в апелляционный суд. И они там еще боролись, что это как это так. Они наживаются, эти пациенты. Значит, вот эта пациентка наживается на нас, бедных врачах. И потрясающее решение апелляционной инстанции, они, ничтоже сумнявшись, мгновенно приняли решение увеличить в апелляционной инстанции со 130 тысяч до 500 000. 500 тысяч гривен заплатила больница за моральный вред, за медицинскую ошибку. Вот это, конечно, многие годы длился процесс, но то есть, есть у нас позитив, и у нас есть такие прецеденты. Вот. Что касается пациента, который недоволен врачом или которому причинен вред. Во-первых, врач может и не быть невиновен. Хочу сразу сказать, чтобы не обидеть врачей, потому что индивидуальная ситуация у каждого, и каждый подозрителен, что, наверное, врач мне что-то не так сделал. Поэтому должно быть третье лицо, какая-то независимая комиссия. Возможно, обращение сначала, конечно, к самому врачу. Если врач слышать не хочет, говорит, идите, все правильно. А у человека сомнения остались, поэтому он вправе обратиться к руководству того медицинского учреждения, куда относится врач. Если врач частный, то обращается в соответствующую комиссию при облздравах. Вот. И тогда уже, в зависимости от ситуации, уже есть обращение и в суд. То есть человек может обратиться. Сначала руководство, я бы такой алгоритм выбрала, потом в облздрав. А вот. И в суд. Есть и такие случаи, как я уже сказала, успешных решений. В моей практике была женщина, которая делала операцию гинекологическую, и потом у нее что-то растло в брюшной полости, что-то росло. В общем, она обратилась в другую больницу, и у нее сразу решили, что это онко. А когда разрезали, обнаружили, что во время предыдущей операции, это было за месяц до этого, врачи в той больнице забыли там салфетку 40 сантиметров медицинскую. И вот это она стала воспаляться. Вот. В этой ситуации дело было успешное, медицинская ошибка была признана, и возбуждено было уголовное дело. То есть, если человек активный, то можно доказать ошибку медиков и потребовать компенсации возмещения материального и морального вреда в данной ситуации. Может быть, добровольно выплата, если врач признает такую ошибку. Но если нет, тогда в суд. Що ж, я вам вдячна за відповідь. Сподіваюся, що дійсно наші глядачі почули корисну необхідну інформацію. Зрозуміли, що у них, як у пацієнтів, є права, і вони мають їх не тільки знати, а ще й вдало їми уміло користуватися. Сьогодні нам на питання, як лікуватися безкоштовно, як отримати компенсацію за помилку медиків, які взагалі права має пацієнт, розповідала відома адвокатеса, журналістка, керівниця Дніпропетровського об'єднання «Адвокат», авторка та ведуча популярної телепрограми «Під захист» Світлана Тропчина-Галакова. Я вам вдячна ще раз за нашу прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!